Всем привет! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Mental TV, где я изучаю невербальное поведение человека и стараюсь сделать вашу коммуникацию хоть чуточку безопаснее. Сегодня в выпуске я расскажу немного о лжи как таковой, сложности в определении, эффективность, о правилах и инструкции, которые следует придерживаться, если вы решились верифицировать ложь, и рассмотрим самые основные невербальные признаки, когда человек хочет соврать. Для начала стоит сказать, что нет ни единого жеста или сигнала, который говорил бы о том, что человек точно лжет. Кто утверждает обратное, врет либо вам, либо себе. Все гораздо неоднозначнее и труднее, чем может показаться на самом деле. Нужно понимать, что все люди индивидуально имеют свои особенности и привычки. Некоторые могут казаться странными и вызывать подозрения сами по себе. Именно поэтому начинающему профайлеру необходима максимальная объективность и эмоциональная отстраненность. Многие новички, только поверхностно изучив профайлинг, в силу своего малого опыта и недостаточного изучения этой темы, распространяют популярные заблуждения, судят о человеке по одному сигналу, вроде «почесал нос, соврал», «посмотрел влево, вправо, вниз, тоже врет» и так далее. У всех людей когда-нибудь чешется нос и бегают глаза, и это не повод ставить поспешные диагнозы. Существуют признаки, по которым можно сказать, что слова плохо продуманы, либо испытываемые эмоции не соответствуют словам. Это обеспечивает утечку информации, которая проявляется в невербальном поведении. Анализируя конкретного человека, профайлер должен определить и запоминать его обычное поведение, привычки, жесты, особенности речи, манеры в нормальной и комфортной обстановке. В момент возникновения ситуации, когда человек хочет обмануть, то у него проявляется изменение в этих параметрах. И степень выражения этих изменений зависит от уровня интеллекта, нервной системы, жизненного опыта, его актерских способностей и значимости ситуации. Для любого человека ложь – это почти всегда стресс из-за страха быть пойманным. Реакция организма, которая возникает в такой момент, одинакова у всех народов и культур, так как заложены в нас природой. Остается лишь заметить эти сигналы и соотнести с привычным поведением, увиденным ранее. Делая отступление, стоит сказать, что мы изучаем поведение и читаем человека с более научной точки зрения. Но есть такое направление, как ментализм, наверняка многие из вас слышали, который использует разные техники и трюки, чтобы влиять на мысли человека, управлять его действиями, внушать определенную информацию и так далее. Если вы хотите овладеть всем этим, то я рекомендую проект «Мой ментализм». Это онлайн-платформа, где в одном месте собрали все знания о ментализме. Это будет дополнительным инструментом профайлинга, и с помощью него вы сможете выйти совершенно на иной уровень. Ссылку на проект я оставлю в описании. Сейчас я вам расскажу о самых важных правилах при верификации лжи. Этой инструкцией необходимо пользоваться всегда, когда вы принялись анализировать слова, да и в целом состояние человека. Первое. Определите базовую линию поведения. Это вы должны делать, опять же, всегда, когда анализируете невербальное поведение человека. И это я повторяю из выпуска в выпуск. Необходимо определить, как ведет себя человек в своем спокойном и нормальном состоянии и установить точку отсчета, от которой будут идти дальнейшие сравнения. Какие привычки ему присущи, какие жесты он использует, мимику, эмоции, реакции на определенные слова, действия, изменения в вегетативной нервной системе и так далее. Если чувствуете, что человек напряжен, необходимо его расслабить. Поговорите на отвлеченные темы в комфортной и непринужденной обстановке. Именно благодаря знаниям того, как ведет себя человек обычно, многим людям проще определить ложь у друзей или родственников, чем у незнакомого человека. Второе. Учитывайте контекст, обстановку, в которой происходит общение. Возможно, то, что человек сидит со скрещенными руками или проявляется реакция стресса, говорят не о том, что он вам лжет. Возможно, ему не нравится место, в котором он находится, либо утром не помыл голову, одел неудобную одежду, либо какая-то еще причина, которую вы должны установить уже в процессе общения. Оцените реакцию после заданного вами стимула, то есть вопросы или действия, которые задаются с целью получения ответной реакции. К примеру, если человек наклонился к вам, и его поза была открыта, но после заданного вами вопроса откинулся от вас назад и скрестил руки, то можно расценивать это как реакцию на ваш вопрос и предположить, что, наверное, он с вами не согласен, либо этот вопрос вызвал у него негативные чувства. Задавайте вопросы дальше, чтобы проверить реакции на них и добиться истины.
Если в процессе дальнейшего общения подобные реакции будут повторяться, то на основе этого уже можно строить определенные выводы. Если же такая акция была единоразовой, то, скорее всего, это мимолетное, либо незначительное чувство. Итого получается, определите базовую линию, учтите контекст, отслеживайте реакцию на стимулы и ищите повторные подтверждения в процессе беседы. Но данная инструкция будет не так эффективна, если недостаточно изучить возможные невербальные реакции, которые проявляются у человека при лжи. И сегодня я расскажу о самых часто встречающихся. А чтобы узнать еще больше, то советую подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Голос в качестве изучения эмоционального состояния более важен, чем слова. Частым признаком лжи являются паузы. Они могут быть как сильно продолжительными, так и короткими, но частыми. Например, заминки перед словами или короткие паузы в процессе речи. Я хочу сразу же прояснить ситуацию, да, по поводу себя. Объясни даже, ну, ты сам все поймешь. То есть, почему для меня нету цели как-то пиариться за счет тебя? Это просто очевидно. И, то есть, когда там мы играли в карты, знакомились, ребят спрашивали у девочек, то есть как бы сколько нам лет, где мы учимся, как нас зовут и так далее. И Сергей тоже задавал вопрос. Это происходит по причине того, что лжец, возможно, не продумал поведение заранее или не предвидел определенного вопроса. Соответственно, возникают разнообразные колебания. Но даже если он подготовился хорошо и продумал ответы на возможные вопросы, то сильная боязнь разоблачения может вызвать стресс, и он начнет забывать уже то, что продумал заранее. Соответственно, и будут проявляться подобные помехи в речи. Повышение тона, громкости и темпа речи сопровождает страх, гнев и, возможно, возбуждение. Противоположным образом изменяет голос, печаль и, может быть, чувство вины. Пол Экман столкнулся с тем, что в период с 1914 по 1954 было много исследований, которые не могли подтвердить предположение, что невербальное поведение дает точную информацию об эмоциях и состоянии человека. Поэтому в отчаянии ближайшие несколько лет он искал эти подтверждения самостоятельно. Что у него с успехом получилось? И дальше уже другие ученые начали находить этому подтверждение, изучив более подробно. Эмблемы существуют в каждом народе, и у каждого они свои, например, жест «окей» или «класс», движение головой «да» или «нет», и имеют свои конкретные значения. И эти жесты человек может понять без слов. Когда происходит несоответствие слов и эмблемы, то это и называют эмблематической оговоркой, что может говорить о том, что человек не уверен в своих словах. Например, пожимает плечами, что говорит «я не знаю», и говорит утвердительно. Это просто очевидно. И не брал. Но не всегда эмблематическая оговорка говорит о том, что человек лжет или не уверен. Иногда, когда человек чем-то восхищается, при этом крутит головой в стороны, как при отрицании, то он действительно искренен, а не пытается обмануть вас. Фильм охерительный, мне очень понравился. Необходимо смотреть за наличием других признаков, которые бы подтверждали ваши выводы. Как правило, эмблематические оговорки, говорящие о неуверенности или лжи, происходят фрагментально, а не полностью. Связи нет. Он нанес мне удар по лицу, держал мне руки. Жесты иллюстратора – это еще один тип телодвижений, который может помочь в поиске лжи. Это жесты, которые иллюстрируют и подчеркивают вашу речь, когда вы что-то увлеченно рассказываете или объясняете. Если человек использовал активные жесты иллюстратора и вдруг их количество уменьшается, то это говорит, что он контролирует себя в данный момент или что-то пытается скрыть. Жесты манипулятора или, как еще их называют, адаптеры – это жесты, которые говорят нам о том, что человек в данный момент, возможно, испытывает стресс, беспокойство и пытается уменьшить это напряжение и успокоить себя. Человек может что-то чесать, например, ухо, шею, нос. Она теребит крестик на шее при каждом моем вопросе, чтобы меньше волноваться. Именно по этим жестам многие люди делают поспешные выводы, говоря, что, используя их, человек лжет. Когда человек чувствует себя неуверенно или нервничает, то проявляется больше жестов манипуляторов. Он, ведя себя беспокойно, ерзает и так далее. И количество таких телодвижений увеличивается по мере нарастания дискомфорта. Тем не менее, если такие реакции происходят после заданного вами стимула, вопросы или действия, то можно считать, что у человека вызвало что-то переживание или стресс. Вегетативная нервная система также производит в организме определенные изменения, которые возникают в случае проявления тех или иных эмоций. Изменение частоты и глубины дыхания, частоты сглатывания, интенсивность потоотделения, бледность, расширение зрачков, покраснение лица, сухость во рту. Эти изменения происходят непроизвольно, и их практически невозможно никак контролировать и возникают часто в случае стресса и при эмоциях страха, гнева, чувства вины или стыда.
Выражение лица очень точно описывает эмоции человека и является надежным источником информации, так как может возникать непроизвольно. Пол Экман провел очень огромное исследование в области эмоций и выражения лиц человека. Он выявил, что эмоции у всех универсальны и образуются одинаковым способом. Если жест может иметь разные значения в зависимости от ситуации, то с эмоциями все проще. Каждой эмоции принадлежит свое выражение лица, которое образуется благодаря специальным мимическим мышцам. Они бывают как искренними, так и фальшивыми, что поможет нам в определении лжи. Самым сложным источником утечки информации является микровыражение. Это мимолетное проявление означает, что человек пытается скрыть и подавить определенную эмоцию. Проявляется, как правило, не более чем на четверть секунды. О фальшивости эмоций также может говорить асимметрия, когда одна и та же эмоция проявляется на какой-то половине куда сильнее, чем на другой. Более подробно об этом, какие эмоции бывают, как образуются, как увидеть микровыражение, вы можете узнать в моем видеокурсе «Чтение человека по лицу, мимик и эмоции». Несвоевременное выражение лица по отношению к жестам или речи является еще одним признаком неискренности. К примеру, человек изображает гнев, при этом что-то злостно говорит, и гневное выражение появляется после его слов. Скорее всего, гнев фальшив и наигран, или после произнесения фразы стучит кулаком по стулу, а не во время ее. Ух ты! Милая, попробуй-ка еще разок. Такая несинхронность с жестами или словами может говорить об обмане или фальшивости эмоций. Я рассказал основную часть того, что следует знать при верификации лжи. На самом деле эта тема очень обширна и можно рассказывать еще много чего. Я постарался уместить максимум того, что важно, в один выпуск. Поэтому, чтобы не перегружать вашу голову лишней информацией, на сегодня достаточно. Если вам интересно развитие этой темы и того, что затрагивалось в выпуске, то ставьте лайк этому видео и пишите об этом в комментариях. Также можете почитать книги Пола Экмана, который провел просто огромные исследования в области детекции лжи по невербальному поведению и в особенности по мимике. Интересно также будет почитать ваши истории, когда люди пытались вас обмануть и вы их ловили на лжи. Как это происходило? Пользовались ли вы знаниями профайлинга? Пишите об этом в комментариях. А если вам понравился выпуск, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие видео. Жмите на колокольчик, чтобы видеть выпуски первыми. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Всего доброго!